Так, ну похота, видео есть, сейчас дискуем. Сейчас подъедет, покажу, что там за диски зацеплены. Но я года два назад их показывал уже. Вот такое поле, наверное, блядь. Сколько тут? Гектар 5, может. Захерачили. Как она называется, сейчас посмотрим, скажем. Игорь, а чё у тебя этот двигатель-то не в солярке? Охренач. Пыль покрылся. А я думал, что устранили течь. Нет? БНД, да, как-то так она. Б, чё? Как ещё раз? БДНК? Ага, ну-ка иди прочитай. У меня что-то с с математикой херово. БНД, блять. Ага. БДНК. Да. АЭД, что-то никак неправильно. Во-во, конечно, неправильно. Барана навесная дисковая. Говорится. А, говорится. ДРН, говорится. Игорь, как всегда, блять. Вон с той стороны написано. Иди прочитай. Не, прочитай, здесь по-английски даже есть. Нет, тут нихуя ничего. А чё мост-то такой в этом, бля? В масле-то. Да там, блядь, лужа, ёп. Это пипец, но. Так, ну чё они тут выставили? В прошлый раз у меня херово. Короче, 3-4 раз по одному и тому же следу едешь, они вот так вот идут. А это когда, где ты пробовал-то? А вон там по краю. Попробовал, да? Там вообще комков нет. Да? Ой, вывод надо делать. Да ты ебанишь, что это самое сложное сейчас? Вот это добить и все. А, вот это добить? Хуй тебе тут сложного, еще 5 раз туда-сюда прокатиться надо. Воды дал ему? Выпил он уже, напился. Он вот открой. Чистик. Вот этот надо поправить. Расстояние большое. Не понимаешь? Да, потому что вон, смотри, здесь все вплотную почти стоят. А там... Ну что, на какой идет он? Шестая понижена. На 8 пробу. А что? В салон уже полетит, нахуй. И барана туда полетит. Через лобовуху и следом. Да, вот. Раздвинута она полностью туда-сюда. Ну вот он прет ее.
года два назад снимал видео, это показывал с этой бараной на Соколовском. Ну, теперь вот здесь. Так что как-то вот так, сейчас еще прокатится. Какой 16-17 апреля. А там, говорит, в ту сторону закидывают все. Все, но еще херачить здесь и хреначить. Так что вот так.